Контрабанду в Китай 20 тонн незаконно заготовленного кедрового ореха пресекли уссурийские таможенники. Партию стоимостью 6 миллионов рублей пытался вывести российский предприниматель из Приморья. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и проверки документов таможенники установили, что 44-летний мужчина подал декларацию на экспорт кедрового ореха сосны корейской в скорлупе и приложил лицензию на его вывоз. Подтверждающий документ оказался подлинным, однако он был оформлен на другую, собранную законным путем, партию аналогичного товара. Злоумышленник сознался, что вывозимые орехи приобрел у гражданина Китая и знал, что они были добыты незаконно, поэтому и принял решение использовать лицензию на легально добытый товар. Орехи изъяты. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.